Здравствуйте, в эфире «Тема дня», в студии Ирина Добродей. Сегодня у нас в гостях глава Петрозаводска Владимир Любарский. Мы обсуждаем генеральный план Петрозаводска. Здравствуйте, Владимир Константинович. Добрый день, Ирина. Добрый день, друзья. Владимир Константинович, в конце октября прошли слушания по изменениям в генплан Петрозаводска. До сих пор идут обсуждения в социальных сетях, в интернете. Как вы оцениваете прошедшие слушания и действительно ли был активный интерес граждан к обсуждению генплана? Я думаю, что слушания прошли в целом конструктивно, хотя сложно в силу насыщенности повестки. Они проходили 4 дня, было рассмотрено большое количество важных для города вопросов. Что касается интереса, то здесь, конечно, следует констатировать, что серьезного интереса широкой общественности мы не наблюдали. Я специально взял с собой шпаргалку, и количество просмотров, реальных просмотров, было всего 572. Из них 60 человек посмотрели слушание онлайн и 512 записи. Причем продолжительность просмотра одного, приблизительно 13 минут. Это, в общем-то, свидетельствует о том, что интерес широкой общественности к этим слушаниям не проявился. Как вы думаете, почему это так? Я думаю, что здесь есть несколько причин. Наверное, имеет смысл сказать в том числе и об антиковидных ограничениях, которые так или иначе сыграли роль, и у людей не было возможности вживую прийти, значит, на слушание в нужном количестве, как говорится, для того, чтобы насытить, как говорится, этот процесс реальной жизни. А вторая ситуация заключается в том, что, наверное, все-таки у горожан, у жителей Петрозаводска, я бы, наверное, все-таки взял на себя смело сказать в некотором смысле слово «подорвано доверие» к самой процедуре. Причем корни этого процесса, они достаточно глубоко лежат, потому что если даже набрать в Яндексе, значит, общественные слушания, точнее, публичные слушания, там, мобилизация, привели, то мы сразу несколько контекстных ссылок увидим на поверхности о том, как когда-то где-то там застройщики или другие интересанты мобилизовывали, значит, горожан для того, чтобы прийти, для того, чтобы они пришли на общественные слушания и высказались там в защиту чьих-то, как говорится, конкретных интересов. И те примеры с Ягуаром, который планировался как спортивный ФОК, а в итоге получился торговым комплексом, они тоже не способствовали тому, чтобы эта процедура вызывала реальное доверие. Но она на самом деле нужна, и наша задача как раз и наполнить ее практическим смыслом, вернуть это доверие. Я думаю, что что-то нам в этой части удалось сделать. Мы сделали процедуру публичной, сделали ее открытой, сделали ее доступной каждому. Теперь, как говорится, задача побудить горожан к тому, чтобы они в этом процессе и в перспективе публично, открыто, значит, за желанием участвовали. Угу. Потому что это не последняя процедура. Владимир Константинович, у нас коллеги сняли небольшой сюжет по поводу слушаний генплана. Давайте посмотрим. Среди вопросов, которые рассмотрели на заседании в Петрозаводской мэрии, продление улицы Попова на Древлянке, строительство многоэтажных домов на Куковке. Также комиссия согласилась с позицией администрации города и проголосовала против перевода участков на набережной Варкауса в зону общественно-деловой застройки. По словам Владимира Любарского, эта территория береговой зоны должна быть в едином стиле. Вот изменение, которое предлагается, оно непонятно подо что, к чему оно нас ведет, нет ни единой концепции, никакой конкретики и так далее. Поэтому наша позиция городской администрации – оставить как есть, с тем, чтобы обратиться, в том числе пользуясь случаем, к застройщикам, к инвесторам, с тем, чтобы они пришли с единым концептуально выдержанным предложением. Не поддержала комиссия и отказ от продления улицы Попова до Университетской. Мэрии города отмечают, дорога здесь нужна, она поможет соединить Древлянку и Перевалку. В ходе публичных слушаний граждане, проживающие в районе улицы Попова, высказались против строительства дороги, магистрали, соединяющей улицу Университетская и Попова. Вместе с тем администрация города не поддержала, и члены комиссии согласились. Ввиду густонаселенности данного района, необходимости иметь сообщение с районом уже застроенным, то есть гражданам нужно добираться до детских садов, до школ, и, соответственно, необходимо эти два микрорайона, их соединить между собой. Некоторые предложения специалисты одобрили. Например, перевод в зону индивидуального жилищного строительства участка в Соломином, где многодетная семья почти построила дом. Всего на слушании рассмотрели более 60 вопросов. После ряда согласований в начале 2022 года проект генплана города рассмотрят на сессии Петросовета. Владимир Константинович, какие вопросы самые острые все-таки вызвали споры?
Ну, я думаю, что наиболее острыми вопросами были вопросы промышленной или рекреационной зоны в районе ТИС-усадьба, потом вопросы жилищной, индивидуальной или многоэтажной застройки на Куговке. Ну и вот в сюжете был обозначен вопрос о том, каково будет предназначение того участка набережной, который от улицы Варкауса и в сторону города дальше простирается. Вот, наверное, эти вопросы были наиболее острыми. Вот если говорить про набережную, про вот береговую эту зону, вы сказали и писали у себя в соцсетях, что хотели бы ее видеть в таком более выдержанном в одном ключе. То есть пока там застройки не будет? Или все-таки что-то будет? Было предложение, с которым выходила группа горожан о переводе в коммерческо-деловую застройку. Но еще раз хотел бы подчеркнуть и, пользуясь случаем, особо, наверное, даже подчеркнуть, что на наш взгляд должно быть единое концептуальное решение для всего участка этой набережной от, скажем так, от жилищного комплекса «Курс» и до, до Невского замка, называя вот вещи своими именами. Поэтому переводить какую-то, или там даже застраивать какую-то часть, пусть даже и не объектами жилого строительства, а гостиницами, или какими-то другими сооружениями, не понимая, что это будет в целом, это, наверное, не самый подходящий вариант для того, чтобы благоустроить этот важный в перспективе для горожан участок местности. Поэтому я думаю, что нужно единое концептуальное решение. К этому вопросу мы еще вернемся. Это как-то связано с концепцией города у воды или генплан никак не учитывает? Я думаю, что если бы генплан не учитывал подобного рода вещи, то был бы спорный вопрос, насколько этот генплан актуален. Я думаю, что здесь они гармонично должны, вшиваться один в другой, потому что проект «Город у воды» — это тоже проект городской, проект застройки, определенного достаточно крупного участка местности. И, конечно, он должен быть соответствовать генплану. И генплан, соответственно, он же должен, по идее, как здесь выразиться правильно, он должен мотивировать застройщиков на, цивилизованное преображение нашего города. Я бы, наверное, так выразился. Владимир Константинович, расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее о ситуации с участком для многодетной семьи в Соломином. Что там была за история? Ситуация заключалась в том, что семья, получив участок от властей и фактически уже построив дом, столкнулась с тем, что по неподтвержденным и по непроверенным данным вроде бы как они оказались на участке, который когда-то был занят кладбищем. Причем никакого, еще раз говорю, документального подтверждения этой истории не было. И в итоге комиссия приняла решение о переводе данного участка под индивидуальную жилую застройку, таким образом не позволив, что-то поправить за счет горожан, которые были добросовестными приобретателями данного участка и добросовестными строителями своего дома. Это все-таки многодетная семья, поэтому я думаю, что это справедливое решение. Там переведен только участок, который относится к дому, да? Который они застроили. Поэтому в целом и дальше в комплексе этот вопрос, опять же, нужно будет рассматривать в новой редакции генплана, если такая необходимость возникнет. Комиссия вообще поддержала в некоторых районах города, на Старой Куковке, в Соломином, перевод земли под индивидуальное жилищное строительство, а где-то наоборот нет. Например, в районе переулка Западного не поддержала. Есть ли, на ваш взгляд, у Петрозаводска возможности для развития индивидуального жилищного строительства или все-таки наше будущее – это многоэтажки? Я не думаю, что здесь есть смысл говорить о каком-то одном направлении развития жилищного строительства. Есть необходимость и в многоэтажном строении, есть необходимость и в строительстве индивидуальных жилых домов. В частности, я думаю, что мы в перспективе увидим от одного из инвесторов-застройщиков проект индивидуальной жилой застройки малоэтажной в районе птицефабрики. Есть интересы многодетных семей, есть интересы других семей, обладающих льготами для получения земельных участков. Мне кажется, одна из главных задач снова не высаживать людей в лес, как это имело место когда-то, как с тем же ТИС-усадьба. Люди оказались в крайне сложном положении. Никакой инфраструктуры, предназначение земли не соответствует тому, что они на сегодняшний день построили. И это вот этот запутанный клубок противоречий. Наша задача – распутать этот клубок, уже созданный до нас, и, во-вторых, не создавать подобного рода истории
после. То есть, в принципе, если мы предоставляем участок для индивидуального жилого строительства, там должен быть какой-то минимум инфраструктуры. Должны быть сети. Да, должны быть сети, значит, должно быть электричество и так далее. Иначе это крайне сложная история. Угу. Ну, будем надеяться. А насколько в документе удалось учесть интересы бизнеса? Вот я смотрела по спискам, там, например, полигон ФР, парковка Соломенского лесозавода или еще есть база отдыха с банным комплексом в планах? Я думаю, что мы старались учитывать интересы всех, как сейчас модно говорить, акторов, да, или игроков, или участников процесса, и простых горожан, и бизнеса. В частности, вот вопрос с полигоном ФР, он, здесь ведь городская администрация, мэрия, она ведь выступила в качестве всего лишь медиатора процессов. То есть мы выслушали ФР, который попросил нас поучаствовать в процессе сохранения этого полигона, встретились с застройщиком, который должен был осваивать эту территорию. Они между собой переговорили, и по большому счету нам осталось только закрепить в генеральном плане сохранение вот этого полигона и возможности заводу пожарных роботов испытывать свои изделия на берегу Онежского озера, потому что у них была такая необходимость. Здесь мы, в общем-то, выступили, а, медиаторами, б, закрепили этот процесс документально. То же самое, наверное, приблизительно имело место с Соломенским лесозаводом. Мы должны понимать, что если нет производства, если нет бизнеса, то экономическая составляющая, она ведь все-таки определяет жизнь города. Это кровь, которая наполняет наши кровеносные сосуды городские. Без бизнеса, без производства никуда. Ну, то же самое из базы отдыха, да? А что касается, значит, вообще Соломенного, если говорить о том, что там было несколько предизайнений на строительство базы отдыха, значит, с банным комплексом в Соломенном, потом еще какой-то там отдельный участок. Наше все-таки, опять же, мнение, что нельзя точечно из единой комплексной территории вырывать какие-то клочки для того, чтобы их там застраивать или обустраивать, не имея в этом плане единой концепции. Если это, опять же, как говорится, единый объект. Если мы пошли навстречу, значит, инвестору в Сайнаволоке, то это потому что там было возможно точечное решение. Что-то подобное делать в районе Песков или Соломина, это было бы неправильно. Я думаю, что нужно к этому вопросу возвращаться тогда, когда у нас будет единое концептуальное решение. Почему, на ваш взгляд, вызывают споры и несогласие жителей иногда выделение участков под школы? Ведь это социальные объекты, и это то, что людям нужно и ключевой, и перевалки. Вот что происходит? Я думаю, что здесь, конечно, иногда играет роль и непонимание части горожан насчет тех сложностей, которые связаны с тем, что ведь этот проект нужно еще посадить на конкретный земельный участок. Во-первых, нужно найти пригодный земельный участок в территории того или иного микрорайона. Во-вторых, еще посадить на него соответствующий проект. Нам зачастую не хватает площадей, потому что действующие нормы закона по отношению к образовательным учреждениям достаточно строги. Мы не можем втиснуть их куда-то, значит, по тем канонам, которые иногда предусмотрены для так называемой уплотнительной жилой застройки. Школа – это не тот объект, с которым можно поступать подобным образом. И иногда, и, собственно говоря, и власти допускают какие-то ошибки с точки зрения вообще даже предложений по посадке школы. Вот у нас было в районе Репникова, значит, между Ключевское шоссе, между железной дорогой и трассой. Ну, наверное, не самая подходящая история, поэтому это предложение мы не рассматривали. А с другой стороны, значит, школа ключевой крайне нужна. И об этом было сказано на комиссии. Второй участок находится в районе Белые Ключи. Было мнение, значит, экологов, защитников природы о том, что там категорически, значит, школа не может находиться в силу наличия краснокнижных растений, животных, там, другой экосистемы. Но, тем не менее, мы знаем, что этот вопрос решаемый. Есть понятие экологической экспертизы, есть понятие, значит, экологического раздела в проектно-сметной документации, есть возможность перемещения тех или иных объектов экосистемы. А при том, что школа на данный момент, не может быть посажена ни на каком другом участке. Она крайне необходима. Поэтому я думаю, что вот такие расхождения во мнениях иногда вызваны в первую очередь тем, что люди не хотят вникнуть в проблему в комплексе, а рассматривают какой-то точечный один аспект. Вот здесь, если
значит, мох там, какое-то лишение краснокнижное, значит, нельзя строить. А если больше нигде строить, значит, нельзя, то каким образом поступать? Ну, давайте перемещать лишайники, в конце концов, никуда не денешься. Ну, вот люди действительно переживают за лишайники, или вопрос в том, что вид будет из окна другой, возможно, там или стройка рядом с домом неподалеку. В каждом случае вопрос индивидуальный. Это как вопрос о строительстве дороги на улице Университетской. Да, люди, когда приобретали жилье, селились там, фактически, по факту вот этой дороги, такой, как она была предусмотрена, значит, генпланом не было. Но это же не означает, что если ее сегодня нет, она не должна появиться завтра. Она уже предусмотрена, значит, развитием города. Она обусловлена тем, что город будет развиваться, в том числе, значит, в сторону перевалки. И такая трасса необходима жизненно. Но вот неудобство определенной группы горожан, которые привыкли к тому, что там этой дороги нет, это все-таки, как говорится, меньший противовес с точки зрения интересов города в целом. Поэтому вот там было принято решение о том, что трасса должна быть сохранена, значит, в генплане, как это и предусматривалось ранее. Вот, а возможно вообще сейчас люди покупают, допустим, где-то на окраине там, квартиру или строят дом и думают, что вот они, с одной стороны, в черте города, да, с другой стороны, у них прям такой лес вокруг, да, какая-то такая своя, очень замкнутая территория. Ведь город развивается. Возможно ли вообще, что вот если вы такую квартиру купили, надеяться на то, что это все продлится там какое-то долго? Ведь город расширяется, строятся какие-то дороги, там, не знаю, объекты. Я думаю, что все-таки, когда мы приобретаем недвижимость, надо заглядывать в том числе, значит, не только в то, что говорит риэлтор, но и заглянуть в генплан, потому что есть и действующая редакция генплана, есть и перспективная, та, которую мы рассматривали, для того, чтобы понимать, где ты в перспективе, как говорится, окажешься жить, в какой зоне, по крайней мере, значит, находится тот участок, где ты приобретаешь там или квартиру, или участок под застройку, какие там предусмотрены дороги. Это, в принципе, все открытая информация, я думаю, что надо уметь ей пользоваться. Вот именно, видимо, то, почему горожанам стоит интересоваться, да, слушаниями по генплану, чтобы понимать... Как, да, я думаю, что вы, безусловно, верно обозначили тот аспект. Тут в этой ситуации интерактивность, она на самом деле в интересах горожан. Предложение по изменению генплана носит рекомендательный характер, так ведь, да? За кем все-таки будет решающее слово по спорным моментам и объектам, и какова вообще дальнейшая судьба этого документа? Да, публичные слушания носят рекомендательный характер, это установлено законом. На сегодняшний день комиссия, как говорится, сформировала итоговые предложения. Теперь наша задача согласовать их с множеством, в том числе республиканских и федеральных органов. Я думаю, что перспектива принятия генплана, ну, крайний срок – это первый квартал 2022 года, что-то мы, может быть, постараемся в ручном режиме ускорить и прийти к какому-то результату до конца 2021, но это такой очень оптимистичный прогноз. Все-таки более реально. Это первый квартал 2022 года, это принятие генплана. Единственное, следует заметить, что это важный момент, что после того, как генплан в его нынешней редакции, значит, будет принят, в его нынешнем, скажем так, техническом видении, послойном, это позволит нам чаще возвращаться к его, значит, доработкам. Тогда, когда возникнет в этой ситуации жизненная необходимость. Это будет все-таки более технологичный процесс, ну, где-то там раз в полгода оптимистично, раз в год реально мы сможем уже вносить в этот генплан соответствующие изменения. Ну, вот вы писали в соцсетях, что это живой документ, да, и что нужно, он должен быть подстроен под жизнь города. Вот все-таки какие основные задачи в развитии инфраструктуры вы как мэр сейчас видите в Петрозаводске? Я думаю, что мы должны развиваться не какими-то точечными, значит, встраиваемыми решениями, а должны развиваться концептуально, гармонично. Это касается и в том числе тех объектов, о которых мы уже сказали, что если мы собираемся преобразовывать набережную, на которой на сегодняшний день, ну, есть объекты, которые там никаким образом, наверное, не нужны, при всем уважении к их собственникам, но не нужна там ни автомобильная стоянка, ни автосервис, значит, ни лесопильное производство. Они легко могут быть перемещены в другую часть города без ущерба, значит, для этого бизнеса.
В свое время и советские власти принимали, как говорится, декреты, значит, и принимали решения, которые выводили производство из набережной, значит, Онега. Вот этот Нобелевский сквер, он, в общем-то, назван в честь товарищества братьев Нобель, потому что там находилось нефтяное производство, которое потом по решению советской власти было перемещено в район ВГ и Наволока как раз с целью того, чтобы там появилась рекреационная зона, так называемая. Я думаю, что мы подобного рода концептуальным решениям должны приходить, чтобы они не были, скажем так, опять же, рваные, а были гармоничны и соответствовали интересам горожан. Вот раз мы заговорили про скверы, наверное, вопрос, который всех интересует, особенно горожан, зеленые зоны. Насколько, вот, на ваш взгляд, генплан сейчас предусматривает гармоничное сочетание там, застройки, зеленых зон, инфраструктурной части? Я думаю, что здесь, в этой ситуации, мы никаким образом не выпадаем из этого процесса. Надо понимать, что генплан – это не единственный документ, который регламентирует, значит, предназначение земель. Есть еще и правила землеустройства, правила застройки, значит, и так далее. Поэтому задача того, чтобы сохранить город наш зеленым, с тем, чтобы увеличить площадь озеленения, она актуальна, и над ней, безусловно, надо работать. Она не самая простая, значит, но, тем не менее, я думаю, что решаем. Тут вместе с общественностью, вместе с экоактивистами, вместе с депутатским корпусом мы готовы эту задачу решать. Ну что ж, спасибо, Владимир Константинович, что пришли к нам в студию, ответили на все вопросы. Будем надеяться, что горожане будут более активны, тем более, что вы действительно открыты и для нас, журналистов, и для жителей города. Спасибо большое. Я тоже на это надеюсь. Спасибо. Спасибо. Это была «Тема дня». До свидания.